Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. Так, давай-ка начнем, наверное, с пака. Бесплатный, естественно. Так, монеты Одина. Дальше нам выпадает сам пак. И в нем мы находим душителя, древоруба, кревет и ресурсы. Так, предлагаю, наверное, глянуть еще тогда и рекламный заодно. Поехали. Монеты Одина. И в самом паке нам выпадает ужасное чудовище, кревет, крылатый ужас и опять ресурсы. Так, хорошо, беззубик. Ну что, ты мне нашел, что я искал? 69 рун. То есть задание мы с тобой не выполнили. Хотя, подожди. Рыбино предупредил, что приливные планеры очень пугливые драконы. Но их яйцо уж точно от меня не убежит. Так, ну что, мы с тобой поискали. Ты что-нибудь нашел в темных водах, Икинг? Зуб, коготь, хоть чешуйку? Тебя и впрямь очень интересуют приливные планеры, рыбинок. И я просто хочу убедиться, что рассказы о них не вымысел. Чисто научный интерес. Только ни слова сардельки, она будет ревновать. Понятно. Икинг, здесь нет воды. Как, по-твоему, мне поливать капусту? Ты можешь брать воду из колодца, как и все остальные. И постоянно сталкиваться с другими людьми и драконами. Нет уж, спасибо. И если гнилец не идет к воде, то вода идет к гнильцу. Разместите на Олухе водокачку, окей. Что ж, гнилец, теперь тебе будет проще поливать капусту. Ты счастлив? А ты как думаешь? Ага, и зачем я только спросил? Гнилец. Ведрон, Шлак, вы почему не рыбачите? А в чем смысл? Стоит нам наполнить лохань для рыбы, как драконы тут же ее опустошают. Все желания порыбачить пропадает. Я знаю, как вам помочь. А если вдохновение не помогает, можно перебегнуть к хитрости. Так, улучшили лохань до 16 уровня. А вы снова принялись за ловлю рыбы? Хм, конечно. Вон, она какая огромная лохань для рыбы появилась. А мы единственные, кто может ее заполнить. Так... И если мы хотим, чтобы Драго держался подальше от Олуха, нужно его запугать. А нет ничего более пугающего, чем множество драконов-титанов, кружащихся над островом. Теперь я спокойна, эти титаны выглядят впечатляюще и пугающе. Ух ты, мам! Теперь, когда над Олухом летают все эти титаны-драконы, Драго должен быть безумцем, чтобы на нас напасть. К сожалению, мы оба знаем, что так оно и есть. Он настоящий безумец. Валка, могу поспорить, ты и предположить не могла, что будешь целыми днями обучать драконов. Ты прав, плевака, Икинг находит драконов быстрее, чем мы успеваем их обучать, я так счастлива. Хм, когда видишь Валку за работой, сразу понимаешь, откуда у Икинга его природный талант. Как же они прекрасны, я бы с радостью обучала драконов во сне, если бы могла. Меня бы это тоже не удивило, Валка. Насколько большими могут быть титаны? Ой, и думаю, они могут быть еще больше. Готов? За работу. Поразительно, как хорошо Икинг понимает драконов. Стоик воспитал достойного сына. Мы сделали нечто потрясающее, Икинг. Я еще никогда не видел столько титанов в одном месте. Это Олух. Мы здесь любим делать что-нибудь грандиозное. Я бы с радостью взглянул на принцессу Огнеедов вблизи. Они опасны, но, думаю, на Олухе найдется местечко для этого дракона. Готов, приятель? Робу. А мы его поймали как раз, да, по-моему? Огнеед — это дракон, который не по зубам даже самому Драго. Так, поищите принцессу Огнеедов на острове Огнеедов два раза. И поискать нам планера, опять же, два раза. Ну что ж, давай попробуем принцессу поискать. Поиск 14 часов. Ну, долго-долго ничего не поделаешь, ребят, надо... отправлять. И не забывайте, что мы с вами копим 3000 рун. Так, ну что, наш беззубик отправился на поиски. Мы с тобой собираем везде наши ресурсы, которые у нас уже насобирались. Че у них тут за хоровод ходят тут? Так, естественно, мой ветрокрыл приносит мне 3 железа. Я его дальше отправляю на поиски. Тут у нас древорубчик засиял. Так, принес древесинку, отправляем. Также и костолома. Так, а эти что, ребята, у меня тут принесли? Давай проверим. Так, сарделечка, что ты мне дашь? Пак, спасибо. Надеюсь, он мне выпадет.
Пойдем на ночных жутей охотиться бесплатно. Так, Барсик, ты-то что мне здесь добыл? Ну-ка, шестеренки, наверное. Ну, конечно же. И почему-то мне кажется, что именно шестеренки нам с тобой достанутся. Ну, разве я не прав, ребят? Ну, разве я не прав? Эх, три шестеренки. Ладно, отправим его в приключение. Слушай, перейти к насисту нам нужно с тобой 90 уровень получить. Но, сам понимаешь, да? 90 уровень нам получить очень проблематично в данный момент. А что же здесь? Так, и что-то мне подсказывает, что здесь тоже нам выпадут с тобой шестеренки. Или же нет? Отлично, это то, что нужно, ребята. Это то, что нужно мне. Так, ну что, куда его отправить-то? Блин, не хотелось бы, конечно, тратить руны. А может быть, нам и не придется? Да? Почему мы должны тратить с тобой руны, если мы можем просто элементарно его отправить на обучение? Вот и все. Пускай летит и обучается. Так, Грангильда нам достает 16 шестеренок и летит за последним призом. Блин, прикинь, 675 рун. Слушай, ну я могу сделать хитро. Давай вот так вот сделаем с тобой. Это 100% у нас будут руны, но не 100%, что они во время роллинга нам достанутся. Так, здесь у нас все собрато. Что у нас тут? Обменяем. И больше пока. Что тут у нас засверкало? Ух ты, смотри, ищейка. Ну, чтобы его ищейку получить, нам нужны вот такие вот награды интересные, которых я еще даже ни разу не видел. А здесь... Так, смотри, видишь вот эти фрукты? Сегодня мы два фрукта нашли. Нам нужно будет вот еще вот эти вот лесенки, видимо, да? 7 штучек. Вот этих вот копий надо дофига и топориков. Да, ничего с этим не поделаешь. Здесь эксклюзивный буйволорд. Хотелось бы, конечно, его получить. Так, громорог отпрыск. Экзотическая громоножка. Интересно. Так, шестеренок все еще дофигища нам нужно. Ладно. Так, давай смотреть дальше. У нас много драконов, которые принесли нам ресурсы на поиски. Дальше отправляем. Так, сегодня, друзья, идем на событие. Помнишь, да? Вчера я показывал тебе, что у нас будет два события. Одно мы прошли, а второе мы сегодня допройдем. Так, за рыбой. Ты за древесиной отправляйся. Так, вы у меня что тут? Буйволорд получил уровень 34. Отправляем его дальше на прокачку обязательно. Так, расширить. 3400 рун. Надо будет тоже потом как-то накопить. А, кто-то мне написал, что я убрал изваяние в сокровищницу. Так, надо будет его сейчас оттуда достать. Это кто у меня тут работает? Ну-ка, вернись. И дальше продолжи. 26 миллионов древесины. Блин, весночес, конечно, очень круто, ребята, добывает ресурсы нам. Очень круто. Так, вроде бы здесь пока все. Этот еще на обучении. Мечекрат. Так, давай прокачивать. Слушай, может быть, нам мечекрада тоже с тобой тренировать, а? Нету места в академике, к сожалению. А вот у нас огнееды, да? Принцесса огнеедов. 39 уровень, кстати. Блин, расширить академку тоже хотелось бы. Хотелось бы, ребята, но ограничены мы с вами в ресурсах. Вот в чем беда. Что-то я хотел сделать. А, в сокровищницу зайти, точно. Открыть. Ну, точно, да. Да, ребята, я взял и убрал ее. Ай-яй-яй. Что ж ты, Рэй, такой невнимательный-то, а? Ладно, поставим его вот сюда. Все, пускай стоит. Невероятно. Ух ты, 150 миллионов рыбы, ты прикинь. Шикарно. Отлично. Лучше, конечно, древесины, но рыба тоже нужна. Так, давай посмотрим, что у нас тут дракончики наши принесли. Корма плюс тусклый янтарь. Давай дальше его отправлять на поиски. Следующий листочек и опять же тусклый янтарь. Отправляем его дальше на поиски. Так, дальше нам нужно с тобой здесь забрать обмен. Ага,
Блестящий янтарь в копилку. Следующий с тобой ставим на обмен. Ну и плюс забираем здесь награды. 25 тусклого янтаря, 30 склянок со светлячками. И еще соточка, да? 130 получается. Ну давай, давай, забирай. Получить 300 миллионов единиц древесины. Мы получили бы еще с тобой 30 склянок, так же как и 300 миллионов единиц рыбы. Так, это мы закрываем. Здесь открываем с тобой пак, который уже созрел. Кревет, ужасное чудовище, громобой. И все, последний с тобой активируем. Все. Вроде бы все, что могли, сделали. Ну что, друзья мои, теперь идем на события. А событие у нас называется «Угроза злобные вандалы». Ё-моё. Слушай, ох ты, оно длинное. Ё-парсоты. Так. Призы, смотри, здесь 250 светлячков будет. 150 рун. 1400 тусклого янтаря, здесь 600. Короче, давай начинать потихоньку. Мы это событие пройдем с тобой за 3 попытки, потому что слишком оно длинное. А может быть и больше, все зависит от того, как пойдет. Может быть, мы с тобой начнем проигрывать, и тогда все, кирдычок будет. Ну что, как всегда, ребят, с вами разбираем, естественно, злобного змеевика. Нечего ему здесь землю топтать. Укус. Шикарно. Кривоклык кританул. А этот сейчас будет свои фаерболы, к сожалению, метать. А волна у нас с тобой первая. Не стал. Пощадил, да, типа? Ладно. Но мы-то не будем его жалеть, верно? И добиваем, наверное, вот так вот. Последняя волна. Здесь у нас кто? Водорез, опять же злобный змеевик и ужасное чудовище. Начнем, наверное, с ужасного, да? Потом до водореза доберемся. Четенько. Так, злобный змеевик пока меня... Подожди, вот теперь он меня волнует. Потому что он себе сделал повышение атаки. А мне это как бы не особо нравится. Но мы его все равно не уничтожили пока. Ладно, друзья, ждем. Смотри, что творит, а? Разобрали, и остается у нас водорез. Но он не жилец. Атакуем. Плюс барсик. И, наверное, добивка. Ну, как-то так. Первый поединок у нас. Первый поединок у нас прошел отлично. Давай крутить барабан и смотрим, что у нас тут выпадет. 25 миллионов рыбы. Окей. Так, ну что, забираем с тобой тусклый янтарь в размере 600 штук. И у нас с тобой будет поединок. Вот этот вот обычный. Следующий тоже будет обычный, но мы получим за него загадочный пак. А в загадочном паке может выпасть все, что угодно. Даже очень хороший дракон. Поэтому он называется загадочный пак. Ну что, я смотрю, у нас тут громобой плюс шепот смерти. Я думаю, наверное, начнем, как обычно, с шепота смерти. Все прекрасно уже знают, что на 3 энергиях он любит делать свой суперудар. Причем суперудар у него очень сильный. А мы его добиваем. Ну, а этот громобой, даже он не защитник, а обычный, он ватный. Ну, слушай, он зеленый, он из категории стражей. Так, сейчас посмотрим, сейчас что-то будет. Ну-ка. Вот так. Ну, он слабенько ударил, согласись. Переходим с вами на вторую волну, и здесь у нас шторморез плюс пристиголовый.
Ой-ой-ой-ой-ой, начинается. Тихо. Сюда. Дальше, наверное, сделаем вот так. И добивку. Твою налево. Добивка не получилась. Кривоклык что-то у нас. А, у него пониженная атака была. Вот она в чем проблема. Ну, в любом случае, здесь все равно им не выжить. Потому что это последняя волна, и у нас, как ты видишь, фулл хп. Правда, атаки очень слабенькие, но он один здесь ничего не сделает. Так что добиваем. Очередной у нас барабан. И смотрим, что выпадет. Да ладно, прилив сил, что ли? Шикарно. Неплохая, кстати, награда. Прилив сил, то же самое, как и груша, если, да, выпадет. Так, ну что, здесь, если мы с тобой победим, мы получим загадочный пак. Я думаю, что мы победим. Крылатый ужас, почему-то один. Хм. Меня, видимо, недооценивают, да, как противника. И выставляют просто-напросто одного дракона. Хорошо. Пускай будет по-вашему. Естественно, мы с тобой сейчас быстро разберемся с ним. И вторая волна. У нас тут кривет. Клыкокрив, я смотрю здесь, да? Или как его? Клывокрив. Или кривоклыв, как-то так. Но это не ужасное чудовище. Ужасное чудовище, он у нас красным. Так, молодец. Кривет начинает тут выпендриваться. Ну что, давай тогда, наверное, вот так сделаем. Дальше хильнемся. Плюс укус. И все равно нас это не спасает. Да, бомбит не кисло. И этот еще со своими фаерболами. Ёк-макарёк, вы хороший, ребят, завязывайте давайте. Шутковать-то так. Блин. Громль не такой простой чувак, его фиг разберешь на храпом. Сейчас хильнемся. А, и все, ему крышка. Ну вот, неплохо. Крутим очередное колесо, и выпадает нам с тобой рыба. Опять 25 миллионов. Ну и забираем уже, естественно, загадочный пак. Давай-давай, забираем. Так, у нас две энергии. Получается, мы с тобой заберем тусклый янтарь в размере 1500. Ну и будем на этом, наверное, закругляться, потому что... А, нет, еще сходим на арену. Набьем с тобой паки. Потому что у нас остался там последний пак, который мы уже активировали. Ну что, душитель, пришла твоя пора. Поехали. Сделаем вот так. И добивочка. Все. Последняя волна. Кто у нас тут? Крылатый ужас плюс Хофер. Даже Хофер сюда воткнули, прикинь. Ладно. Разберемся с ними, с двумя. Да что ж ты не добил. Тут еще скалотряс, правда, но... Фигня. Так, мне бы, знаешь, что надо? Хильнуться. Да ты посмотри, что творит, а. Так, залечиваем раны. Кусаем сюда. Почему так? А, ну опять же пониженная так. Опачки. Нежданчик, друзья мои. Да ладно. Ты прикинь, он барсика не смог ушатать. Да. Слабенький ты какой-то скалотряс, я тебе скажу. И опять барсик будет, да? Вот он неравнодушен так к нему, ты посмотри. Все пытается его уничтожить. Но уничтожил его барсик. Вращаем очередное колесо и смотрим. Опять рыба. Нам все-таки больше на рыбу везет, чем на древесину. Вот что я заметил. Так, двигаемся дальше. И последний у нас с тобой поединок, который в случае победы даст нам 1500 тусклого янтаря. Но я думаю, что мы победим здесь. Так, волны будет у нас две. Здесь душители. Угу. Так, давай, наверное, вот с этого начну. Потому что мне кажется, что вот этот вот будет попротивнее, чем тот. Этот у нас просто там что, заморозкой, по-моему, да? Владеет. А этот понижает броню.
Причем броню понижает очень конкретно. Все. Так, здесь кревет, шторморез. Блин, и опять же громель. Так, секунду. Так, друзья мои, извините, тут немножечко меня отвлекли. Так что мы продолжаем. Я уже забыл, что мы тут с тобой делали-то. Так, у нас последняя волна. Угу. Так, кревета будем все-таки добивать с тобой. Опа, промахнулся громелька-то. Креветь кусанул. Так, ну что, мы, наверное, убиваем кревета. После мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот, понизим броню. И я думаю, что громеля будем бомбить. Так, сюда. Ах ты, он сейчас, скорее всего, меня уничтожит. Нет. Он не стал бомбить кривоклык. И это хорошо, потому что мы успеваем тогда с тобой захиляться. И, ко всему прочему, надавать звездюлей этому шторморезу. Вот так. Прекрасно. Крутанем рулеточку, и выпадает нам с тобой загадочный пак. Опачки. Замечательно. Ну, вроде бы как и все. 1500 тусклого янтаря в копилочку. И остается у нас с тобой... Так, мини-боссики будут впереди. Потом пак, склянки, еще один пак, руны и еще один пак. Кстати, вот этот и вот этот, это же, по-моему, одинаковые два пака. Да? Одинаковые. Так, что у нас по драконам? Громорог, так, злобный змеевик. Кто-то может у нас прокачаться? Клыка-крив. Да, вот его как правильно звать. Клыка-крив. А я его называю Клыва-крик, по-моему, да? Что-то такое. Вострозуба улучшить можем? Сможем. Кстати, он у нас получает 12-й разряд. И он из разряда элитных. 12-й разряд, слабенький. Так, Пристиголов у нас получает с тобой 10-й разряд. Сразу же 11-й. И до 12-го ему не хватает буквально 300 карточек. Острокрылый змеевик. Это острокрылый, а я почему-то его все время называл злобный. А чем он отличается от острокрылый от злобного? Давай-ка посмотрим. Так, вот у нас злобный выглядит как и острокрылый. А, все, я, кажется, понял. Нет, не понял, я думал, что у них крылья острые, да нифига. Да они одинаковые практически. Этот немножко только посветлее, да? Этот более такой темненький. Ну, в любом случае, это сородичи. Так что, ребята, злобный змеевик, острокрылый змеевик, какая разница? Змеевик и все. Ну что, энергии у нас с тобой, как ты видишь, нету. Мы с тобой отправляемся на арену. Так, 30 склянок я еще получил. Вот это я понимаю. Это вот круто. А на арене нам нужно набить... Два пака, верно? Да, два пака. Ну, то есть мы с тобой будем играть до пака вождя. Так что погнали. Схватка. Командочка у нас с тобой. О, какая выпала там. Клыка крив. Плюс крылатый ужас и пристиголовый. Наверное, вот с этого начну. С охламона. Атакует этот. Это типа барсика, да, вражеского. Так, мы кусаем. Понижаем броню. Что-то там... А, промахнулся. Ну, не повезло тебе. Так, вражеский барсик лютует. Я смотрю, да. Кусанем. Плюс сделаем отхил. А, здесь он попал. Сейчас будем добивать его. Сейчас мы его будем с тобой добивать. И уже крылатая смерть. Мы, как говорится, до нее добрались. А у него, кстати... Ага. Применил, короче, замедление плюс понижение атаки на моего штормореза. Что-то он как-то слишком часто, по-моему, ходит. Тебе не кажется? Давай, наверное, вот так сделаем. И добиваем. Вот и все.
Ну что, у нас очередной поединок. Я смотрю, здесь ветрокрыл. Тройной удар. И опять же вражеский барсик. Начну, наверное, все-таки с барсика вражеского. Помнишь, как-то раз я также решил не трогать ветрокрыла, и чем это все закончилось? Тем, что нас разнесли в пух и прах. Будем надеяться, что этого не произойдет. Ага. Так, добиваем с тобой этого хмареныша. Здесь, наверное, просто кусанем. Дальше просто кусанем. И смотрим. Так, атакуем. Слушай, сейчас, по-моему, нас заморозят. Не на это я, конечно, рассчитывал. Я хотел, думал, что мы успеем с тобой. Твою налево. И барсика сейчас ушатают. Я хотел вот так вот сделать, чтобы он. А тут все, ребят, тут, по-моему, нам крышка. Тут у меня никак не получится. Ладно, хорошо, я попробую все-таки. Ну, сделай суперудар, пожалуйста, сделай суперудар. Конечно. О, все, 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 все. Вот опять, ребята, вот повторяется, как в прошлый раз. Один в один. Также я пожалел, и также нас тут распетрушили. Один в один. Офигенно. Вот они разыграли тут партийку, охламоны, а. Ладно, будем мстить. Ну, почти та же самая команда, только вместо ветрокрыла здесь у нас сарделька. Вот так вот. Ветрокрыл все-таки дает о себе знать периодически, да? И как только он появляется в вражеской команде, мы почему-то начинаем сразу фейлиться. Ну, у него, ребята, очень мощный, конечно, вот этот вот навык, заморозка. Сразу ты пропускаешь ход. При этом он еще сам себя хиляет. Так, сарделька, хорош тут выпендриваться. Давай, наверное, сделаем вот так вот. Хиляться нам стоит, наверное, пока не будем. Уже будем. Уже придется нам хинуться. Слушай, что-то мне опять вот это все не нравится. Это сейчас что, удвоение энергии? Пипец. Поиграли, по-моему, да? Слушай, нам надо, наверное, все-таки сделать вот так. Пускай он его лупит. Давай суперударом. Ну, а ты что там? Что он там сделал? Ага. Давай-ка без вот этих выкрутасов. Трать суперудар. Трать суперудар. Отлично. Так, ну что, мы с тобой кусаем. Ох ты, достача какая, а. Сделаем слепоту. Естественно, он промахивается. Так, мы его кусаем. Так, опять его кусаем. В плане, подожди, с какого перепуга он два раза ходит, эй. Пипец, мы еще и не добили его. Ничья, короче. Ну ты сам все видел, да? Два раза подряд сходил. С какого перепуга, спрашивается. Так, здесь у нас опять клыкокрив. Клывокрив. Душитель и... Так, тихо, подожди, давай, наверное, вот так все-таки начнем. Твою дивизию, блин. Пока этого будем разбирать, этот сейчас нам тут, наверное, звездюлей, да, понавешает. Смотрим. Ай-яй-яй, опять же чуть-чуть не добили. А это все за старое. А вот мы и потеряли с тобой. Вот мы и потеряли с тобой нашего штормореза. Тут один только вариант. Наверное, все-таки вешать слепоту. Или все-таки на него слепоту. Вот как лучше сделать? Наверное, все-таки сюда мы повесим с тобой слепоту. А здесь будем вот так вот бомбить потихонечку. А этот будет бомбить вот так. Дальше кусанем. Блин, мы так можем его уничтожить. Сейчас проверим, что он сделает.
Супер удар, отлично, шикарно, молодец, красавчик. Ну и нам остается только лишь добить. Фух, найс. Ну вот и пак вождя. Открываем, забираем. Так, Пристиголов, Парящий Прихвостень, Вострозуб, Грамм Гильда. Ну и как ты видишь, мы с тобой получили два обычных пака. Плохо, плохо. И забираем здесь 10 рун. Как-то так. Что-то у нас еще здесь ведь должно лежать. Ага, тусклый янтарь, 600 штук, забираем. Загадочный пак мы с тобой открываем. Смотрим, громобой, крылатый ужас, древоруб. Там шестереночки, да? Окей. И еще один пак у нас с тобой загадочный. Так, янтарь заберем, тусклый. Итого у нас 2000 янтаря. То есть это две переработки в светлый янтарь. Так, и открываем последний загадочный пак. Громыль, древоруб, крылатый ужас. И все. Как-то вот так. Остальные все за работой. Все у нас кипит. Все что-то добывают. Так, а, у нас же места нету, да? У нас нет места. Ну что, друзья мои, тогда на этой ноте, пожалуй, мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!